Друзья, всем привет! С вами на канале Твой Игровой. Сегодня Денис, Женя, Никита и Филипп. И игра, которая... Ну, точнее, игра, по мотивам которой сделана эта, знакома всем, чье детство прошло в 90-е. Если вы играли в Battle City, если вам знакома мелодия та-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 
Здесь такая ностальгическая картинка, как мы все вот в детстве вот так вот, ну, большинство вот так вот с другом рубилось в приставку, играло в танчики. У меня была и Sega, и Dendy, так что я все это проходил. Ну, на Sega она тоже была, там порт был. Вот. Итак, у нас настольная версия. Она может играться от 2 до 4 игроков в командах. То есть она может быть в дуэльном варианте 1 на 1. Можно играть вдвоем против одного. Мы сейчас играем по команде 2 на 2. Смотри, значит, вот это вот ваши танки. Вот разберите себе, там зеленый, синий, кто какой. Чего? Нормально. Нормально? Да. Слышишь? Итак, у нас есть танки, у нас есть база. Собственно, игра заканчивается в одном из трех случаев. Смотрите. Если разбит орел, то есть база соперника. Причем, смотрите, когда вы разбиваете один кирпичик, орел становится на один из целых. Когда разбивается этот, соответственно, вы выбираете, на какой он. Когда разбивается последний кирпич, вы тут же размещаете орла на одну из клеток. И потом только он бабах. Ух ты. Да, другой вариант победить — это уничтожить все танки соперников. Смотрите, когда подбит вражеский танк, ну, что происходит полностью, я расскажу чуть позже. Сдвигается вот так вот на один счетчик жизни, танк появляется новый, потом в свой ход. И когда заходит счетчик жизни с этой клетки до этой, то бамс, команда проиграла. Вот, как же, собственно, игра происходит? У нас есть, помимо вот нашей фишечки танка, которая появится на одной из четырех ячеек вот возле базы, у нас есть также две карточки генералов. У каждого из них есть свойства. Сразу говорю, мы играем в продвинутый режим. Он включает в себя вот свойства генералов и некоторые бонусы, которые в обычном режиме отсутствуют. Ага. Сразу мы опытные игроки, играем в опытный режим. Вот. Нужно будет из этих двух выбрать одну, которая назначается вашему танку. Вот у нас там потом все свойства прочитаем. Ага. Вот тут есть еще карточки генералов другие для реиграбельности. Игра у нас проходит следующим образом. Смотрите, у нас вот здесь есть такая вот колонка приказов. У каждого приказа есть цифра. Это, грубо говоря, инициатива в бою. И вот в порядке, вот, в котором танки разложены возле этих карточек, игрок выполняет действия, выполняет маневры, которые здесь указаны. После этого он выбирает, какой маневр он будет выполнять в следующем ходу, то есть один из четырех, занимает эту ячейку. Потом следующий игрок выполняет, занимает, выполняет, занимает оставшийся. То есть, смотрите, в чем тут прикол? Чем вы раньше будете ходить, тем меньше у вас вариативность действий. То есть тут, видишь, что кто ходит последним, четвертым, он будет бросать 4 кубика, из которых сыграет 2. Вот это кубики, которые вы бросаете, и темненькие, сколько вы их играете. Здесь игрок будет бросать 3 кубика, сыграет 2. Здесь игрок получает маневр, который называется строительство, и бросает 2 кубика, оба из которых он применит. И тот, кто будет ходить первым, он получает бонус, сверху стопки открывает, смотрит, про бонусы чуть позже расскажу, бросает 2 кубика, но применяет только 1. Ну, понял. Как это происходит? Давайте по порядку. Значит, что бывает на кубиках, какие значения? Кубики у нас, во-первых, бывают вот такие синенькие, да, у них фон синий и зеленый. Вот, вы выбираете сами, какие кубики бросать. На зеленых кубиках больше шанса получить движение, на синих бонус. Вот, то есть, если вы бросаете 2 кубика, вы можете оба зеленых бросить, или оба синих, или вот так. Вот, это понятно. Вот я, например, хожу, да, я сначала беру бонус, открываю из ячейки, и это бонус танк. Ну, она же жизнь, да, называлась танк. Это, грубо говоря, броня. Это желтый бонус, постоянный, то есть у него пассивное свойство. Вы его назначаете вот так вот в одну из ячеек на вашей карте генерала. И что это значит? Когда ваш танк будет подбит, вы просто броню сбросите, и танк останется у вас на ходу.
живой. Вот, и дальше, допустим, я вот бросил так два кубика, на кубиках у меня выпала вот эта стрельба, и, ну, давайте, у меня выпало вот движение. Движение бывает на 3 или на 5, его можно прерывать. Движение на 5, я поеду вот так, 1, 2, 3, 4, танк может ездить боком, 5, можно ехать на меньшее количество клеток, и в конце хода вы, в конце движения, маневра, вы можете танк повернуть. Это важно? Это важно, поскольку танк можно подбить только с флангов, либо с тылу. Впереди у него броня. Ну, как в игре, помните, танки друг друга вот так в лобовую стреляют, у них пульки друг об друга. А, типа в этом прикол. Да, то есть спереди танк подбить нельзя, только заехав сбоку. И вот это стрельба. Стрельба идет на 3 клетки вперед от танка. 1, 2, 3, но в данном случае она просто уничтожит стену. А выстрелить, а потом повернуться нельзя? Можно. Ты можешь в любой последовательности вот эти маневры сыграть. А ты можешь поехать, выстрелить и повернуться? Можешь. Можешь. Всё. Да, в конце любого маневра танк можно развернуть. Okay. А, в ходе маневра вы можете свободно поворачивать свой танк и в конце хода поворачиваете свой танк. И в конце. Всё. Вот, тут, короче, написано и так, и так. Так. То есть это понятно. Стрельба идет на 3. Вся местность, которая у нас здесь представлена, она будет меняться. То есть здесь сейчас у нас стены. Собственно, обычно они мешают проехать танку, уничтожаются выстрелом. Вот эти кирпичные стальные стены, или как там правильно называть, они от выстрела не уничтожаются. Вот. Дальше. Вот это действие, маневр строительства. Маневр строительства, вы или убираете один из блоков, который вот здесь в области строительства нарисован, то есть это им можно убрать. Это область строительства. Вот это беленьким, это область строительства. То есть вот здесь строить нельзя. Это ваша стартовая. Можете или убрать один из тайлов, которые здесь находятся, или вы можете из мешочка достать квадратик местности и положить его любой стороной в область строительства. По всей местности рассказываю. Это лед. Это вода. Если танк наступил на лед, он может сразу же еще на один в сторону движения продвинуться по льду. Понятно. Может, или должен? Хороший вопрос. По-моему, можно. Да, можно на льду остановиться. Угу. Можно проскользить вперед. Выстрел пролетает лед насквозь. Вперед. Да, вот не просто как ты ехал. Да. То есть вот так нельзя, естественно, да. По воде танк не ездит, но вода простреливается, как и лед. Собственно, выстрел только над льдом и над водой не останавливается, во все остальное он так с тобой будет. Попадает. Лес. Лес. В лес можно заехать. Чем помогает лес? Если танк находится в лесу, то подстрелить его... Вот отсюда и вот отсюда не получится, только с соседней с лесом клетки. Но и лес позволяет танку стрелять всего на единичку. Да, то есть такая вот типа укрытие. Ну, собственно говоря, мы все рассмотрели элементы местности. Давайте по бонусам. Так, что у нас тут? Кирпичик. Да, давайте бонусы будем брать потом, по-моему. Да, ну смотри. Давай просто расскажу вкратце, что бонусы бывают... Да, постоянные вот эти голубенькие, это разовые бонусы. То есть вы пока ездите, можете в любой момент своего хода этот бонус скинуть и применить его эффект. Вот каска, неуязвимость до своего следующего хода. То есть вы типа в конце хода такие, опа, я каску использую. Все, там в меня стреляй, ничего не будет. Вот, ну и там будем, да, будем бонусы открывать, они все равно кладутся в закрытую, в открытую, и все будут видны. Значит, слушай, а граната, она как наносит урон? Граната, ты уже увидел, да. Ну, может быть, мне граната это важно как раз таки из продвинутого просто, режима. Смотри, как работает граната. Вот ты гранату скидываешь, ты уничтожаешь свой танк, но и вокруг него тоже все уничтожается. То есть вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Там неважно, вот это. И это тоже. То есть вот так приехал, сразу минус 2. Да. Сразу минус 2. И танк в лобовую тоже от гранаты вражеский поражается. Но и твой танк уничтожается. Вот. И давайте тогда рассмотрим, что происходит, если ваш танк уничтожен. Вы свой танк кладете на ваш приказ.
Например, я там ходил четвертым, да? А башню ему надо оторвать? Не надо. Ходил четвертым, вот. И вместо того, чтобы разыгрывать приказ, ваш танк будет возрождаться. Ну, во-первых, как только он подстрелен, вы сразу сдвигаете вот эту штучку. Ага. Танк будет возрождаться, вы его выставляете вместо выполнения приказа на одну из ваших клеток вокруг базы. Ага. Так, вот. Если вот это. Вот это не надо, нельзя. Нет, вот только вот эти вот четыре ближайшие. Все, я тебя понял. Вот, и выбираете, что вы будете делать в следующем ходу вместо вот этого, то, что будете разыгрывать. Сквозь друг друга проезжать, естественно, нельзя. Нельзя. Так, ну и... Вот сюда надо, да? Еще один камушек кинуть. Да, сейчас будет. Ты уничтожил камушек? А куда он делся? Он разве там был? Вот он. А, вот он. Да, да. Тут раскладки на самом деле могут быть любые практически. Тут есть вот заданные изначально, но можете вообще на свой вкус их, как хотите. Класс. Просто для примера. Так, ну памятка вот. Вот это наша база, да? Давайте вот так сделаем. Я тебе сейчас сделаю. Это ваша база? Ну да, вот так. Я что-то думал, вы плохиши, мы хорошие. Ну, в смысле, давай мы будем плохишами. Я всегда за плохих играю. Так, ну что, давайте тогда время вам на выбор генерала для танка. Я уже выбрал. Уже выбрал. А я вот еще не считал даже, что у меня. Слушай, у меня знаешь что? Вопросик просто один. Да. Как вот работает эта способность? Робот-убийца. Чего? Самоуничтожение. Можете самоуничтожиться с эффектом взрыва гранаты. Ну, то есть у тебя всегда есть встроенная граната. Я могу, имеется в виду, я могу, допустим, подъехать и сказать, я самоуничтожаюсь. Да, да. А в момент смерти тебя убили. Погибнув, теряет все бонусы. Вот меня убивают, я могу сказать, я самоуничтожаюсь. Нет, свой ход, алло. Способности вот. Играются в свой ход. Ага, вот так вот. То есть, если меня убили, она не работает. Нет. Ну и что, захотел? Ну, типа, я думал, как ты пассивка. Ты кнопку должен нажать. Пассивка. На самоуничтожение. Странно. В смысле, странно. Так обычно это работает. Это же самоуничтожение, а не тебя уничтожение. Ну да, это в свой ход должно делаться, но вообще в правилах не уточняется, когда работают. Ну давай, как там, убийца вампиров? Нет, робот-убийца, это ты убийца. Робот-убийца. Вот он. Должен быть. Можете самоуничтожить с эффектом взрыва гранаты, но в этом случае погибает сам, независимо от наличия брони и неуязвимости. Погибнув, теряет, не сказано. Ну, я думаю, что в свой ход. Да в свой ход, конечно. Да, еще по поводу вот это, да, бонусов, сразу когда подбит. По поводу бонусов, да, вот смотрите. Бонусы синенькие при смерти танка остаются, желтые сбрасываются. Все бонусы убираются в коробку. И еще третий вариант, когда закончилась игра. То есть первый уничтожили орла, второй у кого-то из команд закончилась жизнь, третий... Закончились бонусы. Okay. В этом случае считаем, у кого осталось больше жизней в сумме с целыми кирпичами. Ага. Та команда и побеждает. Все, понял. Легко. Сейчас завалим. Дайте глубоко здоровья. Опа. И как же фильма? Он начинает нервничать, так. Принимает беспонтовное решение и все. А с этим мы что не уже будем? Ой, что за фигня у меня, слушай. Давай? Да, да, да. Все. Слушай, психология, бесится, все. Что-то у меня какие-то стрёмные генералы. Так у меня тоже оба стрёмные, я выбрал... Все на строительство. У них слабости такие себе. У меня тоже на строительство, типа, что за прикол? А у меня... Ну, я потом скажу. Да, да, мы уже озвучили, кто у нас там. У меня не на строительство. Но у меня ездить на одну меньше. Я буду медленным. Я у них эти слабости, блин, такие у всех. Ладно, давай попробуем. Да, хватит уже выбирать, давай. С любым, причем но тут... ты строитель, да? Да, я строитель. Ну все, я тогда не беру строителя. Я убийца вампиров, я охотник и оружие, это у меня в крови. Способность замуровать врага. Может искать в мешке жетоны с кирпичами. Так. Слабость строит только кирпичи, но убирать может любые жетоны ландшафта, как обычно. Ага. Еще раз... Ну тут то же самое написано в правилах. А там они есть вообще кирпичи? Да, должны быть. Ну они будут, они будут в любом случае убираться отсюда. Там всего 4 тайла. А, кстати, нету. То есть мне их надо сначала разрушить. Ага. А потом искать. Перестроить, да. О, это полезное свойство. А слабость какая у тебя? Я могу строить только кирпичи, но убирать могу любые жетоны ландшафта, как обычно. То есть я их сначала уберу, а потом буду типа... В смысле? Ты же либо убираешь, ты же сам говорил, либо строишь.
Ну да. Ну сначала уберу. Ну типа с одного эффекта я уберу, ага. А потом буду ими муровать. А пока... Ну ты сейчас все равно будут разрушать. Ой, строитель, блин. Понятно. Так, у меня живой или мертвый, ты пойдешь со мной. Киборг на страже закона. У меня способность таран. Наносит урон за каждое движение, потраченное на таран. Я буду за жопу заезжать и таранить вас. Слабость, но двигаюсь на одну клетку. А что значит наносит урон? Ну, в смысле, я приехал, вот ты стоишь. Ну, это ж в лоб надо или как? В смысле, раз, два, три. Вот у меня, допустим, пять выпало, пять урон, до свидания. Так там одного хватит, чтобы танк подбить. Ну, значит, вот так вот, типа, раз, это таран, два, три, четыре, пять. И я, короче, буду пробивать с собой стены. Да, ты стены пробиваешь. Да. Вот в чем прикол. Это да. Который ты он вот так, смотри, то есть, допустим, там... ему выпало... Смотри, вот мой танк стоит вот так, у него пять движения. Он, типа... Едет на 5 и так дышь, и меня уничтожил. Угу. То есть смысл в этом. Нет. Двигается на одну клетку меньше. То есть на 4 у тебя. Наносит урон за каждое движение, потраченное на таран. Потраченное на таран. Мне нужно потратить. Смотри, вот я стою, да. Трачу на таран. Раз, уничтожил, потом 2 поехал. 3 уничтожил, 4 поехал. Да, логично. Вот так. Потратить на таран нужно. Да. Понятно. Я киборг просто робокоп пробивает. Ну что, погнали? Подожди, может быть, мы их... А, Женю, послушаем. Кстати, еще, да, и Никиту надо послушать. Эгоист сидит. Офицер космофлота. Способность выбор бонуса. Когда получает бонус, берет 2 жетона и убирает один, другой убирает под низ стопки. Слабость использует только один синий бонус вход. Ничего. Ты робот, теперь ясно. Люди не бывают такими человечными. Рипли. I'll be back. I'll be back. Вот, робот-убийца. Способность самоуничтожения, об этом мы говорили, может самоуничтожиться с эффектом взрыва гранаты. Слабость, погибнув, теряет все бонусы. Лох, я тебя буду таранить. Отстой вообще. А второй был строитель. Ты камикадзе, я понял. Короче, едь сразу к их орлу. Камикадзе. Давай, я предлагаю тогда, я хожу первый. А, подожди, почему у нас зеленый? Может, мы расставимся, нет? Почему у нас зеленый первый? Ну, так расставляли живот, походу. Ну, не, мы можем, вот давайте, сейчас мы расставляем, смотрите, на каком этапе. У нас не походу, вот так тогда. Расстановка идет вообще тогда, да. До выбора генералов. Ну, это потому, что я вам правила рассказывал. Ага. Вот, поставьте свои фишки танков на любые пустые стартовые, и потом только каждый игрок выбирает генерала. Ну, уже не важно, короче, мы вот так вот. Давай, я расчищу путь, а ты за мной поедешь, Карлу. За тобой. И Карлу сразу там, бах, бах, бах. Ты думаешь? Конечно. А вдруг мне не попадется ездить? Да ставь, все, запарили. Подожди, зеленые. Зеленые на езду. Смотри, вот здесь, кстати, я тогда тоже вот так-то ему сделал. Значение всех кубиков, вот. На зеленых кубиках больше шансов получить движение, на синих строительство и бонусы. Шансы на выстрел одинаковые на всех кубиках. А, джойстик я не рассказал, что делает. Джойстик ты выбираешь или поехать, или пострелять. Сделайте движение на 3 или выстрел. То есть такой универсальный типа, пункт. Так, ну что, погнали. Короче, бонус тяну. Хотя, нафиг я поеду. Часики. Вот смотрите, что такое часики. Перебросьте любое число брошенных кубиков. Так, ты все-таки первый ходишь, да? Ну да, вот. Да, да, да. Так, у меня есть переброс кубиков. Ну давай вот так. 2, один из них применяю. Ты дышь? Почему синий-фиолетовый? Движение на 3 и бонус. Типа 2 кидать, но один выбирает. Да. А тут 2 кидаешь и 2 выбираешь. Всегда выбираешь, какой кубик кидать. А тут 3 кидаешь и 2 выбираешь. Получается. Да. Я про цвет танчика синий, что? А тут фиолетовый. А, ну так пропечаталось. Ну, я не понял тебя. Ну да, я тоже не понял. Так вышло. Слушайте, я бонус еще один возьму. Да бери. Ну сиди с ним. И это пекаш. Супертанк разрушает бетон и стреляет дважды. Ну, правда, выстрела у меня нет. Стреляет дважды, то есть я делаю один выстрел и скидываю этот жетон. И еще раз. И еще раз. Да фиг с тобой. Это пассивка. Нет, это пассивка, извиняюсь. Я всегда стреляю всегда дважды. Два раза. При выстреле у меня типа тынь-тынь. В смысле, ты охренел? Супертанк, это постоянный бонус желтый. Пассивочка. Я теперь пробиваю бетон, и у меня 2 выстрела вылетает. Ну, не ладно. Охренел. Ты сейчас будешь ехать и давить нас. Что нам с тобой делать? И я выбираю на следующий ход. Давай. Хочу вот так. Не понимаю. Так, вот это что? Это жетон постройки? Да. Граната в лоб не убивает, да? Тоже ты можешь убрать, сзади. Либо... Я не хочу убирать. Лес. В лоб не убивает граната?
Убивает. Убивает в лоб. Убивает в лоб. Лес или лед? Или лед. Ты следующий ходишь? Лес не разрушается. Его можно только строительством убрать. Лес, выстрел не пролетает лес насквозь, застревая в нем. В стену давай сразу. А я ее разрушу. Лед? В смысле, я стену разрушу. А это будет таран. Да, кстати, точно. Я туда не поеду, но... Блин, он сейчас прорвется прям к нам. И два куба. Два куба оба применяешь. Что за способность дикая? Джойстик это любая. И строительство опять. Да. Два строительства. Строительство убираю. И джойстик еду на три. Это раз, два, три. Нет, ты ж... Он проскользил. Через лёд, Поворот, вот так. Ай-яй-яй, что нам с ним делать? Да. Выбирай следующий ход. Блин, мы оба здесь встали, это зря, конечно. Ты прям мне так уверенно сказал. А я еще и последний хожу. А он первый. Бонусы я два беру. Ну, у тебя сейчас нет бонусов. У тебя кубики. Три кубика, выбирай какие. Я про то, что место занял. Ну, ладно. Три. Три кубика кидаешь, да, играешь два. Ну, у тебя бонус еще на кубиках может быть. То, что... Не, давай вот так. Тебе сейчас надо их держать. Ой, хорошо. Вот это либо движение на три, либо выстрел. Ты даже, ты даже не двигался, получается. Ты просто мне ход закрыл. Нет, ты ж можешь вот так. Могу, да, и все. Короче, это слитая катка. Спасибо. Ну, мы парочку сыграем. Так. А выстрел на сколько? На три. На три. То есть это я могу... Не уничтожай стену, зачем? Фила подбить. Как? А ты не... В лоб? Нельзя. В лоб ты не убьешь. Подожди, раз, два, три. Да. Не хватит. Если бы ты могла зигзагом, конечно. Смотри, вот это уничтожь и вот сюда встань. И все, а им придется тебя бежать. Они тебя в лоб не пробьют. Да, у него граната, он сейчас. Блин, Никита, конечно. Мочи наш, если что, блок. Давай тогда. Едь к Дэну, взрываю. Раз, два. Это не поможет. И выстрел. Почему? Потому что я базу нам снесу. Че, на один? Не на один. А, нет. Гранат. На два. Да. Ты меня замуровал, походило? Конечно, да. Красиво. Выбирай на следующий ход. Никогда не слушай Фила. Да уж. Давай, Никит, 4 кубика все бросай. Два применяешь. Два применяешь. Ну, ничего не сделаю. Тут движение 3 только. Да. Не, ну не 3, тут типа... Можно два джойстик. Может, с бонуса что-то интересное откроешь там. Ну, в смысле... Но что мне это даст? Звезду можешь поймать, плюс одна клетка при маневре движения, и тогда на 4 поедешь. О, зато крутая штука. Да бонусом, да, надо брать. У Фила вон уже плюс один выстрел. Раз, два, три. Да, раз, два, три. 4, и здесь бах устроить. Бахуса. Ну, а его кто останавливать будет? Ты мне откроешь путь. Он ты потом переродишься. Ну да. Блин, он же там сейчас протаранит. Угу. Это надо было, чтобы тут кто-то был. Он сейчас там все протаранит нахрен. Угу. Всю базу нам снесет. Я могу подъехать, взорвать его, но это будет очень неприятно. Как ты доедешь? Ну, в смысле, он два раза по три побегает. Угу. Да, сейчас, приедет вот сюда сейчас и сейчас это важно. Но да, это минус 2 кубака. Да, ну, смотри, ты нашу базу на 2, а сейчас он кинет движение на 5. И типа он 1, 2, 3, 4. И встал. Ну то же самое. То же самое будет. Только он будет уничтожен еще при этом. У него вариантов кинуть пятерку. Так он тоже будет уничтожен, ты понимаешь? Уничтожен. Ну да, это не в нашу пользу и так расклад. Так просто как ты его объезжать-то будешь? Просто вы тупанули, что вы так встали.
Ага. Гениально просто. Вот тебе надо было сюда вставать. Я знаю, но я типа думаю, ну Фил такой, сейчас я тут протараню, ты влетишь, я такой, не встал на кресте. Я такой бомбеж, что нельзя слушать Фила. Ладно, давай, я беру два тогда и еду на 6. Хорошо. Раз, два, три. Четыре. А следующий ход, так как я умру, я не смогу двигаться. Да? Взрывай Женю. Взрывай Женю. Женю вместе с этими кирпичами взрывай. Не, я кирпичи трогать не буду. Зачем их взрывать? Надо. Для чего? Чтоб у нас еще и тут был проход к нашей базе. Так и мне будет. Вот сюда проход. Подъехать и стрелять по нашей базе стоять. Так и мне будет проход. Куда? Сзади ему будет проход. Ладно, и я, допустим, взорвусь, я уничтожу Женю. Да. Он поедет, даже если нам старанит две клетки. Я пока умираю, Женя умирает. Минус один, минус один. Пым-пым. Бетон разрушается только выстрелом из супертанка, а насчет гранаты... Нет, написано, наносит всему вокруг. Ну, да, разрушается только выстрелом из супертанка. Да. Значит, нет. Отстой. Не разрушается. Да, разрушает кирпичи и уничтожает орла. То есть стальную стену не уничтожает. Так, подвинул, да? Угу. Ставь на свой приказ вот здесь. Где-то. Угу. Так, два куба. Ну, мне нужно движение. Один бонус бери. И бонус беру. Опа, граната. О-о-о! Серьезно? Да, да ладно! Ну это все, это ГГ сразу. О, у него еще и стрельба выпала. А, движение не выпало. Движения нет. Отлично. Фух. Тогда хорошо. Пока нормально. Можно что-то еще сделать. Фух, блин, я так испугался, что ему движение на 5 выпадет. А мы ничего не делаем, получается. Значит, Фил, ты. Ну, нет, сейчас, подожди, сейчас он доходит. Он одну эту... И у него доходит, еще выберет ход на следующий. А, вы выставитесь надо, потом. Да, вот он из двух одну. Ты берет. Когда выставишься, еще бонус получишь. Ну, стрелять тут вообще некуда. Ну, давай построим что-нибудь. Дай мне карандашом. От Фила закройся. Да, а у меня сейчас вот этот появится. Да, закройся вот так. Ага. Отвернись просто, тебе же страшно. Ой-ё. Это плохо. В лес спрятался. Подожди, он раз, два, три. А, он будет два ходить. Может дойти на тебя запросто. Лучше стену. А чего он мне сделает? Он мне в лоб не пробьет. А, у него это говно. Ну и ладно. Два. А, ну да. Плевать. А так, а что мне это даст? Ничего мне это не даст. Ты вот. Стрелять не сможешь. Ну. Вот. Пусть будет. Я не знаю, как вот так. Он все равно пока только... У меня два выстрела, имею в виду. А, ну да, ты ж можешь стены... Но ты в лесу, если будешь. А? В лоб нельзя же. В лоб ничего не будет. А вот так можно. Поставь лучше так. Угу. Все, вот так. Он Никиту боится, что он здесь возродится и... Он же только возродится. Да, он только возродится. Ну, собственно, зеленый, Жень, возрождайся, бери бонус. И выставляйся возле Никита базы. Никита ждет гранатку. Когда получает бонус, берет два жетона, это всегда или... Да, ты же получаешь бонус. Подожди, а стоп, он же сейчас выбирает, куда ему ставить. А, выбирай, да, ну Женя уже может ходить. Блин, там Никита выставил, нет, нельзя давать ему... А можно так один-один? Да. А чё ж ты так не сделал в прошлый раз? Зачем? Мне больше кубиков надо. Так. Засранец. На твою сторону или туда? Куда? Ты про что? Ну, в смысле, она выбирает вот сюда либо сюда. Ты понимаешь, если ты сейчас сюда не встанешь, он побежит. Да. Терпи. Тут я держу, а ты там. Можно мне объяснение вот этого жетона? А, это лодка. Смотри, она работает как броня. То есть, когда тебя ранят, ты можешь лодку сбросить. Серьезно? Да. И двигать по воде. А это? Лопата, выполните два раза строительство. А, нормально. О, и давай, выше. Застраивайся. Ты выбираешь один или оба? Один. А, лодка хорошая, оставь лодку. Ну, типа, это броня, один да. Один раз застроить тут. Ну, он по два раза стреляет. Застройка твоя не поможет.
Не, ну она меня остановит, потому что мне надо будет стрельбу потратить. Нет, давай я броню возьму. Хорошо. Это под низ. Под низ. Да. Угу. Ну, в смысле, да, даже, ну, стреляет он два раза в лоб, то он все равно не попадает. А ты за какое свойство брала? У нее свое свойство. Беру два, выбираю. Да, и выбираешь, что будешь в следующем ходу делать. Так она же строй должна была. Она возрождалась. А, ну, за возрождение мне тоже дают? Да. А, я не знал просто, что за возрождение. Вот сейчас ты будешь получать бонус. Надо их не пускать. Да. Бери бонус и выставляйся. Мы купировали, блин. Никита. Им нельзя давать комментарии. Ну, я в любом случае, получается, тут буду начинать. Ну, давай. Выставляйся и бонус. Угу. Бонус возьми. Иди ко мне, сладкий. Да подожди. В смысле подожди? Иди ко мне. Я ж сейчас могу взорваться? Это ж мой ход. Ты только выставишься. Нет, ты только выставишься. Как я. Вместо хода, тебе же сказали. Вместо хода. Правильно же, вместо хода? Нет, не вместо хода, это способность. Вот у нее способность. Когда дойдет очередь до подбитого танка, вместо выполнения приказа выполните возрождение. Вот, вместо выполнения приказа. Ну, выставьте танк на любую пустую стартовую клетку. Затем возьмите верхний жетон из стопки бонусов. Хотя вы не разыграете приказ, вы можете разыграть имеющиеся у вас бонусы. И способности. И, наконец, выберите приказ на следующий раунд, как обычно. Еще способности не сказано. Ну, типа, ты возродился и сразу бахнулся? Конечно. Наверное, можно. Что мне мешает? Да, не знаю, я против. Тогда мое нельзя. Спорный момент. Надо вот понять, в какой момент... Про свойства генералов не сказано. Это, конечно, косяк. Правил. Непонятно. Где там моя? Надо писать. Конечно. Это важно. Не написано. Ну, давайте решим, как мы уже будем играть, и этот момент я подниму, конечно. Способность, она работает в момент твоего хода. В любой момент твоего хода. Если в любой момент, то это сейчас мой ход. Я же не пропускаю ход, появляясь, как бы не пропускаю. Я пропускаю фазу приказа. Да, ты не выполняешь приказ, но ты выполняешь возрождение. Но я выполняю свои действия, которые у меня есть, в том числе и бонусы. Следовательно, способность я тоже могу выполнять. Отдельно об этом не сказано, ну как бы. Кто что думает? Может самоуничтожиться с эффектом взрыва гранаты. Ну блин. Взрыв гранаты это типа, бонус. Это... Бонусы он играть может, там сказано в возрождении. Если это эффект взрыва гранаты, то его можно приравнять к бонусам. Ну хорошо, взрывайся. Да, вот я появляюсь, допустим, бам. Да. Я беру бам. У меня каска. Каска, неуязвимость до своего следующего хода. Но ты, граната в любом случае, каска не спасает. Она взорвет тебя. Каска не спасает. Ну, он тебя останет. Нет, не останется. Синие остаются, да. Погибнув, теряет все бонусы. А, это моя слабость. По его обилке теряет. Да, то есть она... Ну, тогда не погибай. А смысл, мне смысл не погибать. Если бы я звезду достал, я бы мог ее юзануть и убить его, допустим, да, скорее всего. К нашего орла сейчас. А что делать? А так нет, он звезда взорвется. Ты не юзаешь, это пассивка. Это как будешь стрелять. Да, да. Смотри, а в таком случае он сейчас взорвется гранатой. Убьет и нам, и то Но у меня граната вот все равно останется, а у тебя нет. Он я подъедет вот сюда и бахнет. Делай, понимаешь? Бахай. Я бахаю. Дыщ. Минус. Давай получается. Еще два раза бахнем, оба проиграем. А, только одна взорвется, это да? Тоже. Ты где взорвался? Здесь? Вот так вокруг всё. Него все. Ну а что делать? Сами его туда подпустили. Ну, еще да. И первое место отдали. Первый нормально, ход. Сыграем вторую партию, уже будет поправильнее там по тактике все. Че, я хожу? Я сразу по тактике хотел. Сразу он хотел. Я тоже хочу появиться и гранатой взорваться. О, два строительства. Да, два строительства нормально строить. Бонус и джопстик. Ну, я могу перебросить любое количество кубиков за часик. Это выкинь, это я выкинул, я шумер. Это бонус, да. Да, он да. Сгорел. Так, что делать? У меня два выстрела. Мне да нужно что движение на 5 мне бы, конечно. Понимаешь, что самоуничтожение такая тема, их тут много не заюзаешь, проиграешь. Два. Естественно. Ну да. Ну да, еще два раза мы все проиграли. Это ж вот так, а потом вот только да, так. Да, тогда да, смерть. Да. Ну там да. Давай. Что мне защиту выстраивать или ехать в атаку?
какую защиту? В атаку? Конечно. Ну, я не знаю. Движение у меня слабое. Давай, ладно, давай. На один пойди, один сделай защиту. Я могу переброс сделать. Выстрел, говорит, мне защиту выстрелить. Да. Понимаешь, тут прикол в том, что... Да что мне все равно, я сейчас никуда без движения, никуда не выстрелю с двойным выстрелом, не с двойным. В смысле, вот эти движения. Джойстик дает три движения. Ну, потом, ну, потом. Раз. Перебрось кубы, открой себе бонус какой-нибудь. Три. И чё? Перебрось кубы и бонусом, оставь джойстик и перебрось. А если, подожди, если раз, два, снести вот эту стену? Не, вот эту. Да, не в ту сторону, Фил. Чё, по губам дам? Или вот эту стену? Да он тут и так напрямик сейчас будет... Ладно, все, тогда я играю движение и бонус, давай. А может, перебросишь все-таки кубы? А чё мне с этого? Если пятерка будет? Пятерка и... Раз, два, три, четыре, пять. Двойной выстрел. Сейчас успокоить, я потом скажу, бонус что оставить? Я сделал на его месте. Но не буду подсказывать. Пока не надо. А там что может? Бонус оставь одну... Ну, здесь может выпасть вот это, выстрел. Мне бы, знаешь что? Мне, смотри, мне бы движение на пять. Раз, два, три, четыре, пять и выстрел. Допустим. Движение на пять, это зеленый надо. Но смотри, в чем вот этот тут брошу. Ты гарантированно себе можешь оставить. Да. Тут ты сейчас заюзаешь бонус, если ничего хорошего не выпадет. Давай вот так вот бросим. Часики убираю. Вот это переброс. Тас. Одно строительство стрипа. Движение не... А, ну да, движение на три и две стрельбы. Класс. Ай, блин. Раз. Возьми строительство, стену вот сюда кинь, чтобы Женя проехать не могла. И едь куда-нибудь защищай. Куда? Ну, хз. Раз, два, три. Ну, она меня отсюда не подобьет. И здесь я замуруюсь. Точняк? Ну, это да. Давай. Тогда вот так. Ты-то замуруешься. Раз, два, три. И строю стену. Ну, если стена будет. Нет, у меня именно стена. Угу. Ну, тогда стань. Угу. Тут хочешь? Да. Ну, а где? Чтобы она меня не объехала с тылу. Да он будет ехать. Ну, удача. Он таранит будет. Ну, я так понимаю, сюда. Да, вариантов нет. Все первые отдали позиции. Так, давай, бонус. Тут броня. А танк где твой? Броня. Танк вот. А, вместо приказа. Ты... Это я бонус. Ну ты в любом случае берешь бонус и только возрождаешься. И выбирай на следующий ход. Понятно. Логично. Это странно, что те же самые можно выбирать. Да, можно. Ты уверен? Да. Первый игрок всегда будет первый игрок. Нет. Ну потому что тут один кубик всего он разыгрывает, понимаешь? Это хуже, чем два. Все остальные всегда по два кубика это разыгрывают. Маневр, это так, важно. У меня строительство и два. Кстати, мне ничего не угрожает, я могу ходить последний. Зачем? Рядом с любой еще не занятой жетонами, с другой стороны. Я... Вдруг два по пять будет, я тогда проеду. Один. Мне достаточно, смотри, раз, два, три, четыре, пять и выстрел. Пять и выстрел, мне надо понимать. Я тогда на первую пойду. Либо пять, пять и самоубийца вот здесь. Раз, два, три, четыре. Так, у меня строительство. Три и самоубийство. Строительство и два куба. Лес либо камень. А, кстати, вот. Что бы сделал? Я бы сделал строительство и убрал бы вот это. Оно меня ускоряет. А, ну. Тут либо себя прикрывать с фланга, либо тебя замедлять. Ты, конечно, опаснее. Так, надо не забывать, что я двигаюсь на одну клетку меньше. Раз, два, три, четыре, пять. Четыре я только максимум могу дать. А. Я на одну меньше двигаю. Ну, четыре в лучшем случае ты до сюда доедешь и выстрелишь сюда. Там у тебя один кубик. А эти на только в строительство, да? А, ты на четвертом. Убираются. Потому что мне ничего не угрожает. Да, этот на строительство убирается. Ты можешь вместо... А, ты уже достала жетон. Да. Что? Там лес, я либо думаю, кирпич. Сюда... Да, застраивай, пускай. А он два раза стреляет. Он... Мне все равно. Ну, ладно. А? Куба. На бонус.
Я хотя никуда не собираюсь. Пиздец, блин, позастроили. Серьезно? Застраиваем. Я же оба, да, оба. Застраивай. Вода. В воде вот что нельзя? Ходить по ней нельзя. А тебе можно, ты лодка. Ты танк-лодка. Чтобы я не выехал обратно? Ну ладно. Нифига себе тут заводь. Нормально, нормально. А ты оба же, да, применяешь? Да. Угу. Да я прострелю нормально. Почему? Я себе вот так туннель, ты дыщ. Вот это ты была? Да. Один применил. А, оба. Два, да. Два? Да, да, все правильно. Ага. Блин. Давай, Никит. Появляйся. Ну, я появляюсь. И бонус возьми. И бонус возьми. И взрывайся. И взрывайся. Чисто по приколу. О, это плюс один к движению. Вау. Вот бы мне. Выбирай следующий приказ. Вау. 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 Так, ну что, мне сейчас надо движение и пострелять. Ну, движение на троечку. Пострелять. Так, да. Движение на троечку, ну, в принципе, мне хватает. Куда хватает? Ну, в смысле, я сношу вот эти две стены. Угу. И? И вот сюда ставлюсь. Так, а дальше? Еще. Потом дальше буду орла. От Дениски, да? Да. Если захочет, то есть у него выбор. Либо идти в атаку, либо меня убивать. А может, не надо, если захочет? Ну, либо тогда я простреливаюсь вот сюда и становлюсь впритык сюда. А она лодка может вот так, тынь-тынь, и меня сбоку. Какие варианты? Понимаешь? Давай, мне нравится. Я сбоку. Либо я могу... Чё я могу? Ничего я не могу. Так, это раз, два, три, четыре. А, давай я вот здесь закончу ход. Пятерку, ну пятерку. Давай, смотри. Давай. Сюда два выстрела, дынь-дынь. Угу. И вот так движение. Угу. Четыре куба. Допустим. Хорошо, ну ты идешь сюда, правильно? Да. Входи теперь, Женя. Бонус. А, ты только возродился и все. Твой бонус. Я два беру. Бери два. Забирай. А тот, который она не выбрала, он наверх? Под низ. А, угу. Это броня. Это броня. Прикроет тебя. А у тебя будет две брони. У тебя и лодка, это броня, да. И это и танк это, броня. Я думал, это броня, пистолет. Броню бери, да, бери, бери у нее. Блин, у него еще броня тоже. Я не знаю, что нам делать. Так что мне его взрыв плевать вообще. Давайте пойдем. Ну, взорвется он, наверное, со мной. Так, не, взрыв же он через броню. Два кубика. В смысле? Тебя не спасет твоя броня. Что мне делать? Я меня не спасет. Он спасает. Наносит урон. 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 Да. Я заигнорирую. Да, у него броня. Мне надо бетонную стену эту убрать, чтобы я прошла. Убирай. Это два вот этих. Да. Или одного хватит. Нет, давай. Бери два. Блин. А что? Это движение и... А куда? Ты хотела еще застроить? Отстань. Смотри, а почему нет, кстати? В следующем году две стрельбы. Смотри, стрельба и движение. Стреляешь, ему в жопу вот так становишься. Пусть нервничает. Ну да, вариант. Подожди, стрельба, я сношу вот да. Эту. Да, и доезжаешь раз, до три сюда и разворачиваешь к нему. Ну да. Ну в смысле два, а там поворачиваешься, там, это ж не в счет. Ну да, я буду нервничать. И стоишь ему и смотришь в эту, в анус. А он пусть нервничает. А он повернется. Выстрел и движение, чтобы подбить. Потому что нельзя развернуться. В лоб он тебе же все равно не сделает. Ну, раз, нормально. Два. И вот так. Да, пусть стоит нервничает. Это... А ты если что, потом боком уедешь туда, вот так вот через Кстати, воду. У нас здесь да, прорыв. Через воду проедешь и спокойно через воду убьешь. Ездит. Угу. Все. Это туда? Это сюда. Туда-сюда. Туда-сюда. Туда-обратно. Вот. Ага. Никита. Давай, делай Никита. Красиво. Можешь вот так и Женю Строительство. Убить. Да что, Женя? Взрывайся, Никита. Ага. А, у нее же там, блин, броня. А, Женя, тут две брони. Что это? Стена лес. Лесостена. Ну, здесь стену ставь, чтобы она не проехала к орлу. А она вот так поедет. Так сложно будет объехать. Ну, все равно это доп. Движение. Ну, да. Только ему кирпичи не давай. А если она туда поедет, она мне здесь базу откроет. Даже можешь не убивать. Еще вопрос такой. Если при следующем ходе уберешь бонус, то ты можешь один сбросить, другой да, поставить? Да, у тебя так и должно быть. То есть ты что-то сбрасываешь,
Может, даже то, что открыло. Блин. Там есть генерал, у которого 3 слота бонусов. Он все равно проезжает. Есть же, мне показалось. Ну, слишком имбово было бы 3 бонуса. По-моему, есть такой. Либо я его выдумал. Стена. Ну, давай, чувак, 2 куба кидаю. Выбираем какие. Возьми обычный шестигранник. Да, неуловимый шпион дополнительный слот дает. Имеет 3 слота для бонусов. Никита, ну простая же игра. Да, простая. Это у тебя простая. У меня с самого начала какая-то жопа. Вот, движение на 5. Мне бы так. Ядрёна кочерыжка. 3, 4, 5. И строительство, ну, да? Ну, строительство, да. А у него на 6 он поедет. Ну, пусть едет на 6. Хоть на 10. Ну, со строительством, да, была бы стрельба. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Фигня какая-то. А, ты еще можешь проскользить. Подожди, подожди, подожди. Раз, два, дай три. Мне достану строительство. Так скользить вперед, а тут Денис стоит. Да, походу, куда ты будешь? О, а вот это интересно. Ну, хорошо, окей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну и чё? Он тебя подожди. С любого боку подбивает. Он убьет тебя. Он будет 4. Заедь сюда и взорвись. А, ты меня взорвешь, блин. Да. Вот здесь взрывайся. Вот здесь взрывайся. Ты подобьешь его вот так вот. И один кирпичик их базы. Чувак, это фигня. Нормально. А потом меня Женя убивает и конец игры. Угу. Я тебе про то же. Или я Женю убиваю. И конец игры в нашу пользу. Но я Женю вряд ли убью. Тут не вариант. Там 2 стрельбы надо. А броня. У них броня у всех. Блин, у них броня. И у Жени броня. Давай убей. Даже 2 выстрела твоих увидишь. Да. Косяк. Так что хочешь верить, хочешь круть, блин. Херня какая-то получается. Ну еще. Да. Не могу. Ой, как замечательно. Останься там. Он же в лобовую ничего с тобой не сделает. Не сделаю, да. Я ему байтил, чтобы он там не остался. Чтобы мне его объезжать. Давай, давай, ну, стой это тут. Херня, тогда куда ее кинуть? Ну в себя и кинь. Лес себе сделай. Чтоб я его вот так сейчас не стрельнул. Да я понимаю, я сюда. Так ты меня не пробьешь в любом случае. Мне лес поставь. Если... от Жени меня защитишь, она меня. Смотри, я поставлю. Вот здесь, если лес. Я буду, она меня не убьет. Лес тормозит пули. Это ей придется в лес заехать. И выстрелить. А я вот здесь закончу ход, например. Ну, если. Ну хорошо, если ты тут закончишь, тебе и так лес чем поможет. Она отсюда ж не может по тебе стрелять. Ну вот здесь ставь лес. Ты уверен? Нет. Ну, я попробую. Нет, это херня. Чё ты мечешься, как котяк по Енисею? Давай, ходи. Пусть тут будет лес. Дальше разбирайтесь сами. Разбирайтесь сами, хорошо. Сейчас тебе покажу, как я умею разбираться. 3 кубика. Так, мне нужно движение и пальба. Пальба. Ну, 2 зелёных кидай, если тебе движение и пальба нужно. Переброса жалко нет. Сейчас 2 строительства как выпадет, и это ГГ. Заезжай сам. Так там же нет строительства. Зачем? Да слышишь, достал, ты уже переигрывать сам. Есть. Хорошо. Окей. Просто иди шансов есть. Больше поймать здесь. Нет, здесь как раз таки вариант. Нормально. Ну вот, движение и пальба. Давай. Ну это всегда доехать успею. Ну вот, смотри. Выстрел на 2. Так. Подожди, а что ты развернулся? Во время любого маневра. Да, двигаться. Мы же это уточняли. Да. В ходе маневров вы можете свободно поворачивать свой танк. Угу. И поехал на 3. Либо еще могу вот это убить, но тогда меня убьют. Раз. Выставьте орла, кстати, на любой. Ну тут не важно, какой на самом деле. 2. Как бы тебе защититься-то? 3. Ты так решил? Ты со всех сторон открыт. Ну да.
Там у тебя будет только одна сторона открыта. А этот протаранит. И в бок меня всечет. Свою базу протаранит. Ну, тоже, да. Ладно, давай забайтим его на таран. Давай так. И... Ну что, вот так получается, убираем. Угу. Посмотрим, что он сейчас кинет. Движение слабенькое. Это хорошо. Капец, блин. Что за вы за психи? Ну, что, может протаранить стену, кстати, встать вот здесь. Да эту стену тарань, убивай, фиг. Ну, это байт, конечно, на таран своей базы. С жопы заезжаем так. Да. Все просто сноси вместе с орлом. Тебе тут пройти сложнее будет, чем мне там. Надо что-то с ним делать. Перфекционист. Ну что, у нас стена вверх ногами растет, что ли? Тут еще Никиту подгоняет. Давай ходи, играшь простая, чё ты? Ситуация простая, она простая, а там ситуация непростая. Не, для тебя простая, ну, для Никиты сложнее. Каждый же по-своему видит ситуацию. Я вот еще натворил, что мы теперь не можем выгрести. Нет, первый этого. Ход очень сильно это просто сразу, затормозил, можно было заново начинать. Потому что мне надо лететь вперед, чтобы взрываться. Да, я согласен с тобой. Ну, со второго раза уже будет поувереннее игра. Когда уже освоились со всеми этими нюансами. Угу. Так, ну, движение на 3. У меня это 2. Бах. И выстрел. Бах. Угу. Я потерял двойной выстрел. И. А, я, кстати, ход. Не, я выбрал же ход. Все. Так, и бимс. Ну все, нам один раз осталось. И развернулся после маневров. Сейчас держим просто оборону, получается. Ходи. Так. Бонус. 2. Угу. Она вот конкретно по своей обилке играет. Это плюс 1 к движению, это отлично. У меня пассивная, хорошая. А часы, подожди, что? Часы. Сбросьте жетон, перевук херня. Это да, какой из этих ну, вот хуже? Вот это хуже. Это просто броня, это и броня, и лодка. А, ну да, мне ж по воде. Да. Что я спрошу? Да. Все, плюс одно движение и два кубка. Погоди, один совсем сбрасывается, да? Да. Да, 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 он под низ. Ой, в смысле, из коробки. И тебе 2 зеленых надо кидать. Тебе нужно движение. Да. Хоть что там делать. 5. Отлично. У нее 6. Ну... Раз, 2, 3, 4, 5. Смотри, 6 и вот так становишься. Даже здесь появится, он тебя не убьет. Капец. Ход следующий выбирай. Угу. Ну, логично. Никита. Логично. Взрывайся здесь. Да, да, да. Закончить уже это все. Давай сперва достану. А, тебе все. Твоя обилка не работает. Взрываться нам нельзя. Угу. Да, отстойная обилка, блин. Ну, взорвется он здесь, у него броня. Самому я да взорвется даже, в смысле. Да, я ж про то же, я ну первый все. Ход потерял, стоя на базе. Типа да все не ной. Для хватит агры мыть. Это такое себе. Хватит мыть. Все не ной, первая партия. Ну, мой косяк, я признаю, что просто тактически был проигрыш с моей стороны. Давай так сделаем. Сейчас пока нормально, чего вы ноете? Да, у нас, ну, в смысле, одинаково. Так, по базе. И два, чего вы два куба я кидаю. Да, никто не ноет. Все позиция нормально. У вас получше. Ну смотри, она сейчас будет шмалять. Mm-hmm. Я не могу с ней ничего сделать, потому что у меня нет двойного выстрела, у нее броня. Да. Мои полномочия все. Держи Дениса.
Держи оборону со своей стороны. Держи меня, Никита. Мои полномочия, все. Давай вот так кину, что выпадет, там посмотрим. Давай. Кинь вот так. Вот, строительство и джойстик. Вот это нормально, стройся. Да капец, блин. Я на твоем месте остался. Да. А что строить, блин? Я этим и занимаюсь. Стены. Больше стен, богу стен. Он их таранит. Я знаю. Вообще бестолковая ерунда какая-то. Себя застраиваю. Вот так слева, справа, со всех сторон. Да, да, да. Себе мобильность не ограничивай. Да я себе и не ограничиваю. Пусть тупая стена. Все? Куда мне ее девать? Ну и джойстик у меня. Типа на три походили, выстрелили. Подожди, у тебя два строительства. Ну я уже одно сделал. А, ты уже сделал. Да. Да. У тебя еще второе строительство. Ну теперь ты можешь убрать то, что построил. Бери воду. Не, а чё вода зачем? Она если я вдруг захочу к базе как прорыв делать. Да ты прорыв и так сделаешь. Я думаю, вода тебе не помешает. Помешает, у меня лодки нет. Вообще не ограничивает. Да в смысле, как я тут проеду? Убирай воду. Убирай воду, да-да. Лёд не трожь. Не-не-не, подожди, я ж вот это достал, я построил уже все, я построил раз. У тебя два строительства. Я ж одно уже сделал строительство. Да, и вот второе. Ну, делай второе, тебе же говорят. Так, подожди, я сделал. Либо реально лед ему убери. Ты сделал одно. Ага, я одно, мне что-то показал, что я два сделал. Ладно, окей, тогда вот это убираю. Воду надо было убирать, воду. Воду надо было убирать. Надо было убрать воду и лед ему убрать. А стену эту нафиг не надо было ставить. Да, все. Давай. Стрельба или подвижение? Стреляй! В лес. Так пипец. Давай, стреляй. Пау-пау-пау-пау. Да я поеду на один. У-у-у. Ходьба. О, да, ходьба. Да. Блин, оу, я надеюсь, что он не доедет никуда. Ты не боишься, что Женя тебя расстреляет? Ну ладно. Посмотрим. Да она будет тут стрелять, нафиг я ей нужен. А мне что делать? Появляться. Где? Ой, бонус. А, ну да, надо сначала выставиться. Подожди, давай я выставлюсь. Может, давай я сюда? Да, без разницы. Вот у тебя будет два действия, может, выстрелов много будет. И Женю завалишь. Да, сейчас, конечно, она раньше меня ходит. Она вот так сейчас чинь-чинь-бум, и все. Бери это бум. Только надеется, что ей не выпадет стрельба. Чинь-чинь-бум. Чинь-чинь. О, броня! Нормально. Чинь-чинь-бум. А что ты не хочешь вот тут поставиться? Вот только на это, либо на этих двух. А, точно, да. Отстой. Чинь-чинь-бум. Ё-моё, движение на 5 у него выпало. Ты что, да, получается, Фил? Это Денис, я вот здесь. Да. Это будет движение на 4. Ну все, это ГГшечка. Ребят, смотрите. Давай. Вот это я убираю. Раз, два, три, четыре. Взорвался. Да, все. Ну, в смысле, вот гранат. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Давайте пиец. Вторую партию быстренько давай. Сейчас разобрались со всем. Давай. Выставляем, потому что свойства еще галимые. Новых. Естественно, всех скидывайте свои. А говорим шпион, герой ночного. Каким образом вообще по правилам должно выбираться, кто ходит первым, вторым, третьим и так далее? Случайным. Случайно? Ну, давайте тогда случайно. Уже я себя поставил первым и по очереди понятно, сделал понятно. Команда да. наша их. Можно в мешок замешать танки и доставать по очереди просто. Ну да. Будет очередность. А, давайте, да. Поехали, приказ поехали, быстро. Давай. О, доставай. Это бомба. Первый, давай. На, я. Красава. Второй. Давай меня. На. Блин. Фил. Третий. Давай. На. Я. Ну что ты так? Ну прости. Не все шкатулка. Ладно, 4 куба я от. Мне вот интересно, как ветеран войны играет. Ну, наверное, после. У меня обилка, яма, копирование. Выбирая приказ на следующий раунд, можете выбрать уже занятый. Ну, видимо, я буду после уже. Вот, то есть буду сначала тот, кто выбрал, а потом я за ним. Блин. А, вот. А вот здесь, кстати, написано. Первым такой приказ будет выполнять тот, кто занял его раньше. Ну, что логично. Шикарно. Что там у тебя? Я мразь. Ну, на одну клетку да, движения имею. Похищение бонус. Один раз ход может украсть и сразу использовать чужой синий бонус. Пиздец. Кайф. Ну, у меня оба танка медленные. Двигается на одну клетку меньше, двигается на одну клетку меньше. Супер. Та-та-та. У меня то же самое. А я только один синий бонус могу использовать. То есть я украл и... Ладно, ветеран войны звучит поинтереснее, чем техасский рейнджер, который просто стреляет на 4 клетки и двигается меньше. Все, поехали. Угу. Бонус. Давайте
прочитаем. Че? А выставляться не будем? Выставляться будем. Выставляться. Выставляться надо до генералов, но не важно. Да плевать. Ставь вот так. Ставь за ним. Да. Хорошо. Да ну хорош, ну не надо, Фил. Норм тактика. Что, играем? Да. Давайте бонусы. Бонусы. Ну, у меня, я уже сказал, способность копирования. Выбирая приказ на следующий раунд, я могу выбрать уже занятый. В этом случае будет первым играть его все равно тот, кто его выбрал раньше. И двигаюсь на одну клетку меньше. Я археолог, Индиана Джонс. Я так понимаю, ненавижу, когда нацистов больше, чем у меня патронов. Ну, в смысле, он реально так говорил. Способность похищения бонуса. Один раз ход может украсть и сразу использовать чужой синий бонус. Но могу использовать только один синий бонус ход. Борец с тьмой. Способность. Второй шанс. Один раз в ход может перебросить любое количество брошенных кубиков, еще не разыгранных тоже. Слабость двигается на одну клетку меньше. Имба. Хороший, плохой, главное, у кого ружье. Это этот из зловещих мертвецов. Да, понимаешь? Да. Хороший, плохой. Главное, тот, у кого ружье. У меня йо-хо-хо. Теперь у меня есть пушка. Герой-одиночка. Ну, это, наверное, ну, мадафака. Так, у меня получается способность скорость. Маневр движения на 3 разыгрывается как движение на 5. Используй только один синий бонус в ход. Погнали. Все, бонус беру. Опа! Броня. Взял так взял. Там еще и тырит, блин. Мне нужно. Но ты только синие тырит, да. Украсть и сразу использовать чужой синий бонус. Да. Ты. Одно движение. На три. Одно движение. Раз, на два, три. В кустах спрятался, да? Привет. Ну, правильно. Я хожу. Так, у меня строительство. А зачем мне бонусы? Мне нужно, чтобы другие бонусы брали. Ну, я от кубиков, так что я тут останусь. А, не, он там будет первый ходить, он что-то на... У меня два строительства и движение на 3. Так-то. Два строительства. Давай, два строительства. А, он же и так может. Да. Там Никита может первый. А, Никита мне не угрожен. Никит, у меня два строительства, тебе путь освободить. Давай, раз. Так. Первое строительство мое. Вот это строительство. Здесь строительство с кубиком. Два. Угу. Ну, хорошо. Движение. Давай. Раз, два, три. Угу. Блин, он вот сюда заедет и меня выстрелит. Извиняюсь. Слышь, Никит, вот так тогда лучше встану. Да, я тоже сюда заеду, в тебя выстрелю. Не, из леса на один стреляет. Угу. Вот сюда, если заедешь. Но это раз, два, тоже, блин. Так вперед, раз, два. Как встать? Угу. Как встать? Раком. Боком и прискоком. Он уехал прочь на ночной электричке. Два строительства ты сделал, да? Раз. Ехать не хотел. Два. Это то же самое. Три. Ну я это... О, нормально. Отлично. Так. Бомба, пушка, колокол. Так, сейчас, Фил. А, выбирай. Да. Да. Мне нужно действий побольше. А, на одну клетку меньше я двигаюсь, ЕПРСТ. Ага. Хоть на месте оставайся. Ну, вот здесь становись. Да, чтоб ты меня убил. Ну, стой на месте тогда, давай. Будешь стоять на месте, я отсюда приеду, убью тебя. Без разницы, понимаешь, с какого места тебе убить? Без разницы. Ну смотри, он будет последний ходить, да? Да, а ты еще уедешь, обрати внимание. Я поеду последний. У тебя есть шанс его подбить, если что. Ты на, не на 3, а на 2 едешь. С одного кубика я его не подобью, я максимум уеду. Понимаешь, в чем прикол? Ну, ты будешь первый ходить. Да. С одного куба. Ну, с одного куба, да. Ладно, давай вот так, все. Хорошо. У тебя есть какие-то. Короче, шансы. Я поеду дальше. Так, мой ход. Фигня какая. Сейчас еще Женя будет ходить. Так, ну в любом случае кидаю 3 куба. Че я думаю, сижу. Так. Вообще не знаю, вообще в этой игре думай. Такое себе. Давай. Ух ты, 5. Бонусы 5. Бери гранату, едь взрывайся.
Да, если еще граната выпадет. Ну, вы возьми бонус. В любом случае, ты два разыгрываешь. Строительство тебе нафиг не нужно. Ну, там как бы синие какие бывают бонусы? Граната, копатель, шапка и часы. Часы-то переброс. Да бери бонус. Давай я возьму бонус. Что там? Бам, броня. Броня. Ну, все, можешь ехать вперед, Женю там щемить. Ну, строительство точно мне нафиг. Броню она тебе максимум скинет, а ты дальше пойдешь громить базу. Бочком. Фланга. Фланкируйте. Подожди-ка. Он ходит в конце. Угу. Что если... А, ну, кстати, если... Да, слушай, я поеду дальше, а ты его добиваешь. Надеюсь, ты выкинешь, что надо. Хорошо. Я могу, я думаю, сдержать урон от Жени, если она будет по мне стрелять. И строительство, кстати, сделаешь, застроишь ему вперед проезд. Пока я не могу. Потом, со следующего хода. Потом, да, потом давай вот так сделаем. Бам. Все. Угу. Посмотрим, что Женя сделает. Она же может сюда заехать, тебя убить, алло. Куда? Раз, два, три и выстрел. Ну, у меня броня. Ага. А, ну да, броня. Ну и все, что тут думать. Раз, два, три, разворот убил. Куда? Так через лес он проскакивает. Ты же не просто так стал. Меня можно убить только вот отсюда. Я могу перебросить что угодно. Бонус я, наверное, возьму. Ну смотри, раз, два, три, и сняла ему броню. Ну и фиг. Как вариант. Ты же перебрасывай. Нож на пять. А я, короче, Никит, раз, беру гранату. Три, четыре, пять. Попробуй два зеленых перебить. Смотри, вот у тебя выстрел есть. Броня только слетит. Попробуй. И вот, вот это тоже, тебе бонус и броня. Давай. Попробуй пять выкинуть. Если пять выкинешь. А? Брони понахватали. Если пять выкинешь, то ты убьешь меня. Ну да, тут у всех. Не надо тебе пять выкидывать. Есть. Да ё-моё, идите вы! Раз, два, три, четыре, пять. Угу. И убил. И выстрел. Да. Гады, и да. Лицом к нему. Да чё, как с вами играть, блин? Фартовый. Пять она выкидывает, когда ей надо. Ну а чё, зря она персонажа брала на переброс. Да, у тебя на один меньше двигается. Байк. А? Хорош. Попалась? Четырюга. Ну-ка, давай переиграй. Подожди. Фух, блин, я уже испугался. Конечно. Раз, два, три. Никак. Ему только броню сносить. Ну, сноси ему броню. А ну, ты... это тоже дело. Тебя убьют. Не убьют, у меня да, не убью, не убью. Я его никак не убью. За это париться не надо. Не парься. Если у меня выпадет двойной выстрел, а все равно я стою без понтов. Да, да, да. Ну да, я до него очень... Вообще не парься. Раз, два, три, четыре, пять, стреляй в базу. Да не пять, а четыре. Ну четыре, хорошо. Едь на базу. Ну, типа правда. Четыре. Прорывайся, чё? Да, давай лучше туда, наверх. Четыре и бонус возьми. Ты ж можешь вот так сделать. И всё, возьми бонус. Майнд. Часики это переброс. О, я не нафиг. Ну, вот так. Это будет, ну, доп переброс. А, я могу забрать и перебросить. Да. Точно. Да. Как забрать? Посольство. Посольство. Так что это твое. Ну и выбирай, куда ты. Ну, тут понятно. Ну, да. Давай. Вот. Я. Выбирай бонус. Из одного варианта. Каска. Это броня, отлично. Неуязвимость. А, неуязвимость до следующего хода. Угу. Надо юзать, потому что он заберет. Ну, юзай. Свойством. Да, да, юзай, юзай. Ну, кстати, это хорошо. Юзайся. Давай. А что у нас? Мы не взрывы, мы не да, я неуязвим до следующего хода, и один кубик. Блин. Вау. Три. Ну, для меня это два. Все хорошо. Давай в лес заскочу, вот сюда. А дальше буду стрелять по базе. Ну, смотри, а он сейчас что сделает? Ты не можешь из леса стрелять по базе. Нет, ты не можешь. Он сейчас вот тут в лесу сидит, закрой ему, не знаю, дорогу, там, если получится. А, может вообще там сейчас быть каменная стена или что-нибудь такое? Может. Может. Может, ты ему закроешь каким-то может образом быть. Путь. Море. Если но, море, то вообще ништяк. Ну, ему отсюда сейчас некуда просто ехать. Да, строить. Давай строительство. Либо я лес ему могу убрать, а чтобы ты... Убрать ему лес, чтобы ты не тратил движение. Убирай ему лес, давай. И проатаковал давай его. Давай попробуем, давай. Мало ли, может... Можно ж убрать из-под танка? Можно. Тупо.
уберите любой жетон ландшафта из зоны строительства в мешочек. Нельзя убирать жетоны из зон штабов, а также из-под танка. А, все-таки нельзя. Зачем сначала писать любой, а потом, а вот из-под танка сразу напишите, что нельзя из-под танка. Ну смотри, думай тогда. Короче, у меня... Либо двигаться на два... К редактору вопросы. Либо двигаться на давай тогда здесь попытаюсь море вставить. Ну смотри, может не выпадет море, либо на два подвинешься. Там высокий подумай. Шанс либо стену, либо море, потому что там лед, он на обратной стороне моря, и стена с остальной стеной. Так что вот тебе, на, да. Стальная стена. Хорошо, договорились. Тоже неплохо. Угу. Куда идешь? А иду я. Ты пока неуязвим. А, да, я неуязвим. Иду я на второго, наверное. До моего следующего хода я буду неуязвим. Там два кубика. Вот так. Угу. Заехать, пострелять. Теперь в я. Идеале. Теперь я кидаю два куба. А ты разворачивайся по базе, стреляй. Сейчас, подожди. Тут выстрел. Джойстик это тоже выстрел, да? Джойстик выстрел, либо движение. Тут выстрелов меньше. Тут тебе сейчас еще бы супер танк взять. Выстрел. Пистолет. Ну тут может строительство, а и там строительство, да, да. Строительство везде есть. Джойстик, тут два джойстика, строительство, бонус. Джойстиков здесь больше, на синих. Там один. Угу. Ой, вот эти два. Ага, три выстрела. Ну вот думай, либо ему броню снимать, либо базу. Либо Женю, я кстати, знаю, слушай, да, раз, Женю. Раз, два, три. Выстрел в Женю. Улетел. И часики. Часики ушли. Улетели. Они уходят на совсем. Yeah. Хорош, хорош. И разворот. Угу. Только смотри, а что часики знаешь, улетели, тебе... они остаются. Что ты мне рассказываешь? Синие остаются или желтые? А, желтые. Да, опять начатырить хотел. Да, я такой, блин. Ну. Ну все, я все. Приказ, это я. Это ты, да, сюда. Реинкарнируйся, на тебе бонус. Угу. Это... Плюс одно движение. Выбирай, куда ставиться. Как раз нивелирует твою эту минусовую действие. Вер. Ну да, там прорыв. На чем прорыв? Раз, два, три, четыре. Надо четыре выстрела потом. Ну ты, если что, теперь ходишь нормально, у тебя плюс один. Ну, да. Хотя он вперед ходит у меня. Угу. Я поеду. Зайду в тыл. Там вообще три атака будет шикарно. Ну и Дэна три атака, но я еще не уязвим. Да, блин, что же творится? Блин, вовремя каску достал. Что за игра? Ты на три, не четыре? Три бери. Три. Давай, шеф. Сейчас что, часики? Да, трогай, шеф. Перебросы, да, там дают. Ну, в принципе, мне и перебросы не нужны. У меня все хорошо. Так. Раз, два, три, четыре. Может, ты? Пять. А, неуязвим. Ну, броня, ясно. Подожди, раз. А я неуязвим. Ну, броня. Четыре. Пять. Ты ему заходить, да, к базе. Вариант. Ну тоже, блин. Я развернусь, мочкану. Зеленый переброс, если не хватает. Зачем? Нормально. Тут еще тут три можно. Я могу вообще вот сюда встать. Точно. Ну это лучший вариант. Чем с моей стороны. Хотя ты в любом случае ходишь последним. Сейчас. Инициатива два, решает, два, конечно, три, да? Четыре, пять, ну вот, в прошлой катке отдали инициативу. Я же об этом и говорил. Да, я встану на позицию. On position. Угу. Угу. Так, теперь ну я... вот он тебя обязывает возвращаться, как бы. Сейчас посмотрим. Офигеть! Епикаэ, мадафака. Епикаэ, строители.
Строители по катушке выстрела. Мне что выстрелы сейчас дадут? Бонусы мне тоже ничего не дадут. Да тебе возвращаться надо. Ну, по-хорошему. Сейчас посмотрим. Что он сейчас... Ты-то защищен, а орел нет. 3-5. Движение чисто. Ну вот, двигайся. Либо на 3, либо на 5. Но я думаю на 5. Подожди. А возвращаться... У нас инициатива в наших руках. Ты можешь встать мы сюда, быстрее мочить орла вот разгромим. Так, а я встать сюда, да. Мочить вот так. Мы разгромим быстрее. Женя еще там пока доедет. Да. Мы вдвоем расхерачим их базу просто. Давай. Дуй. Просто надо Женю задавить и базу разбить. Ты тогда ставься ближе к Жене, чтобы меня прикрывать. Потому что у меня-то брони нет такой. А он пусть один там ковыряет. Что он там наковыряет? 4 хода будет ковырять. Что будем пробовать? Только мне нужно будет хорошее движение получить. Мне нужно будет 5 и выстрел получить. Но это тоже как кубы лягут. Блин, вот мне интересно, а ты сам сможешь там разобраться? Вот я думаю, или мне возвращаться? Ну, будет позиционная какая-то война, я не знаю. А у меня строительство будет. Я, в принципе, смогу, может быть, ее заблокировать и объехать с этой стороны, проатаковать. При лучшем раскладе я ей ставлю здесь блок. Сам заезжаю вот так и долблю с этой стороны. Ты тогда едешь сюда куда-то. Сколько у тебя там движения? 3,5? Ну, у меня 5. Тебе лучше тогда вообще 5. Вот так заезжать. Вот, вот сюда. Я туда, понимаю, сюда. Думаю, что с ним делать. Пусть один там стреляет. Не, его нельзя оставлять. Если Грену достанет, он бахнет сильно, он может полностью нивелировать наше преимущество здесь. Ну, всегда есть риск. В этом и прикольно, что игра не шахматы. Тут всегда тут есть прикол шанс в том, победить. Что не то, что он достанет гранату, мы достанем гранату. И чё? И он ее юзанет. Ага. Ну, ты успеешь проюзать до него, потому что он последним ходит. Ну, ты достань бонус. Кстати, у тебя обе ячейки заняты. Я доставал, я знаю. Достал уже. А, все. Я просто думаю насчет того, что прорываться или все-таки с ним распрыгнуть. Ему будет тяжело меня убить, а мне его убить легче. Ну, он возродится у базы, и тогда... Хотя, слушай, давай. У него броня, блин, тоже это надолго. Не знаю. Дилемма. Я бы рискнул, пошел бы в атаку, ну, на базу. Давай рискнем. Раз, два, три, четыре. Угу. Давай рискнем. Все, да, походил. Угу. Выбери следующий ход. Знаешь что? Давай, наверное... Лишим их ходов. Что думаешь? Лиши. Мне бонусы не нужны. Нам надо больше кубов, чтобы базу расхерячить. А я могу, кстати, тот же приказ выбрать, что и ты. Главное, чтобы просто вот эти не давать Денису. Их надо отдавать Жене, не отдавать Денису. Ха. Ну, логично. Допустим, вот так. Угу. Все, я хожу, да? Угу. Теперь вот строительство, смотри, мне можно убрать этот лес и тогда вообще пострелять вот отсюда, например. Угу. Хотя не, нафиг. Чтобы не рисковать. Либо ее здесь заблокировать. Не, более вероятно. Подожди, вот ты сейчас тут заблокируешь, а тебе выпадет пятерка, вот которой ты сможешь ее убить. Вот здесь. Я про то, что сейчас тебе пятерка выпадет, это раз, два, три, четыре, и убиваешь. Ну, это у меня ушло, да, кстати. И убиваешь, понимаешь, в чем прикол? Пока а ты не сам строить. Себя заблокируешь. Пока не строить. Да. Давай сначала тогда кубы пробросим, да? Ты тут хочешь, да, поставить? А так можно сперва кубы, а потом строить? Да. А, все, тогда так и делай. Это в любой последовательности выполняешь. Ну, главное, пока не бросил кубы, либо пока не достал жетон. Не видел. Давай два куба. Ты выбрал, да, какие? Ну, синий с зеленым. Там, где... Здесь движение, потому что мне нужно на 5 движений. Это зеленый. А здесь угу. Бонус. Да, да, да. Атака одинакова на всех кубиках. Давай. Стрельба. Ну, это две стрельбы, может быть, если с места. С места мне не нужно две стрельбы. Надо, ну, движение на 3. Значит, тогда я застраиваю здесь. Только движение на 2. Тебя на 2. Блин. Раз, два. Угу. Косяк. Поэтому ты можешь тут убрать, встать и стрелять тогда в базу следующий. Мне месяц. Сейчас надо это отыграть, а ну... кубики бросил. Понимаешь? А, вот так. Угу. Блин. Отстой. Да. Отстой.
просрано. Вот этот кубик фигню выдал. Ой! И что делать? Ну тут я поставлю ей блок, я надеюсь. Когда ставлюсь вот в этот лес и стреляю на один. Надо было мне доставать все-таки строительство сначала. Чтобы я бы мог здесь, например, поставить себе какое-то ускорение и там как-то проатаковать. А так, конечно, фигня полная. Я думал, да, что ты можешь сейчас типа посмотреть свои кубы и решить, что делать. А нет. Раз так, это отстой, конечно. Стрельба ни о чем, и строительство. Да, уж. Ну вот. Вот. Теперь пусть объезжает. А я встану тогда вот так, повернусь. Мало ли они там раз, два, три, четыре. Угу. Все. Клюшки. Че, блокируем вот эту ему? Не, вот эту надо блокировать мне. Правильно же? Чтобы инициатива за нами была. Ну, он сможет по два хода делать. Тут у него, что? Тут у него выбора тут тоже не будет, два хода. Тут у него не будет выбора, а тут будет, он может два выстрела брать. Да а ты тут... мы инициативу просрем. Ну, понимаешь, в чем прикол? Сейчас он будет кидать и выбирать два выстрела, бам-бам. Да еще не прокинет. Так а у него тут... перебросы есть. А тут он сейчас кинет, ему не выпадет там, походи, он поедет. Но у него перебросы в любом случае есть. Он потратит. Потратит, лучше Женю вольнуть. Раз, два, три, четыре, пять ему выпадет, он и меня подстрелит. Понимаешь, в чем херня? Ладно, тогда давай вот так. Я не хочу просто им сейчас отдавать. Сейчас они строительством мне тут все поперекрывают нахрен. Давай, ходи. Че? Нам сейчас надо по две атаки делать. Тебе нужно надо, но... движение в любом случае. Как можно больше, мне кажется. И потом вот это. Ну, она хочет прорываться к танку. Ой, к орлу. Ну, у меня еще плюс один как раз. Мы прорываемся, они прорываются. 6. Если 6. Пятерку выкинешь, у тебя будет 6, это у нее 6 нет, там. У нее будет 5. Раз, два, три. Да, у нее 5 со звездой, у нее 5. Звезда не видит. Да, я же считал. Раз, два, три, четыре, пять, да. Джойстик плюс 3. Это будет плюс 2, я могу до сюда найти. Слушай, что нормально кидает. Так, а джойстик тут главное тоже есть. Кинь. Да. Тут два их. Тут один. Ну ты же три куба кидаешь. А, вот. Вот кидай. Джопстик. Тут. Два зеленых перекинь. Не, вот этот строительство все, не нужно. Наверное, вообще. Перекину. О, оставь! А. Ты уберешь эту фигню. А, кстати, это убирается и движение перекину сейчас. Перекидываешь? Да. Подожди, а стоит? А, ну да. Да. Вот, движение. Да. А? Подожди, она еще не сыграла. Подожди. А-а-а. Когда будут кубики разыгрывать, я тогда. Понимаю. Да что ж такое? И вот это уходит. А нет, это она по свойству свойство свое, персонаж. Офигеть. Да. Она может еще заперебрасывать за эти часики, если ей надо. Да, но ей три не надо. Плюс один, три так и будет. Три. И куда? Ну вот тут надо думать уже. Да ладно. Убираю. Смотри, убирай. Раз, два, три, в лес. И разворачивайся. В лес залез. А, он может так зайти и убить. Я без брони. Если нам... Блин. Перекидывать. Ну, тоже рисково. Нам даже если кубики разрешают, мы за один ход, за один раунд не справляемся. Ну, либо выбирать строительство, построить здесь что-нибудь. Может быть, еще такая стена будет, ему ты хоть что-то закроешь. И оставаться на месте. Держать оборону будете. Ну, типа того, да. Я не знаю. Ну... Не, ну, уже не представляет угрозу тут, как ни крути. Это тоже и объезжать ее надо, и подъезжать, и она еще и в спину настреляет. Угу. Ну, часики тебе нужнее будут. Да, мне надо два раза выставить. Да, поэтому... Обойдешься. Тебе бы этот пистолет достать. Пистолет вообще было бы бомба, блин. Это сразу ГГ, если он пистолет достает.
Так, если я убираю строительство... Давай. Сколько их тут? Три. Мешок просвечивает, кстати. Ну, это не так важно. Фигня. А! Смотри. Мария. Сюда ставь. Лед ставь туда. Ну, она простреливается. И что, ты из леса только на одну стреляешь? Да, мне придется там объезжать. Пусть объезжает. Либо лес убирать. А, из-под так, танка я не могу. Так, тебе что, надо это? Мне? Нет, мне первым нельзя ходить. Ты что, мне вот это надо. Угу. Чтобы да. Два куба у меня было. Угу. А, хотя бонус. Давай, давай вот это. Бонус, он надеется бонус на пекаш. Меня может штырить. Пекаш не пекаш смогу. Пекаш, он желтый. Пекаш желтый, не могу. Бери да, вот давай. Это. Бери, будешь держать. Пекаш. Ну давай. Что-то какую-то херню творим. Нормально. Да нет. Не, вот сейчас тактика пошла реально уже про счет. О, ну одна атака есть. Если что. Ну да. Зараза. Снял два кирпича. Развернулся, минус два кирпича. И развернулся обратно. И первый ходишь. Давай. Бонус. Бонус. Давай. Оп, лопата. Это два строительства, да? Угу. Давай тут, наверное. Да, 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 да. Сейчас меня поперекрывают. И его вот тут бахну. Сколько там воду. Опа. О, все. Мы просрали. Не, чтоб к тебе не поехал. Вот так. Вот так. Отсюда вот нельзя. А, сюда ж нельзя. Угу. Все вот так. Это я использовал. Два кубика. И два куба. Ты дыщ. Жопстик строительства. Применяешь один. Ну, жестик, естественно. Вот он грязь, конечно, творит, а? То есть это помыться захотел. Окей. А вот теперь надо думать. Ну, я в следующее хожу, так что первые какие-нибудь займу. Угу. Mm-hmm. Самоуверенно. Так, давай строительство у нас опять. Строительство, давай. Вначале стройся. И... Угу. Так, ну вода... О, вода ништяк. Куда им бахнуть? Вот сюда. Ну он тут будет стоять расстреливать, он не будет ехать туда ко мне. Ему это нафиг не надо. Да мне надо? Вот сюда ставь, чтобы он еще дольше объезжал. Вот сюда, mm-hmm. Бахнуть. Uh-huh. Все, он будет еще дольше обижен. Либо вот сюда, чтобы... На, ну тут тебе надо нет, ехать. Тут мне надо. Да, 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 все, нормально. И теперь два куба и два применяй. Теперь надо подумать, подожди, тебе давай нужно движение. Два бонуса ты бонус. Хочешь? Может, два движения? Ну, если тебе граната выпадет. А, нормально, да. Граната спасает вообще. Ну, там еще одна жизнь останется. Вот один бонус вот. И одна... Перекинуть, может? Строительство? А, можно, да. Я думаю, давай. Уже не нужен. Угу. О, два бонуса. Да, вот все, фига граната. Себе. С граната там 100% тысяч, будет. Тысяч. Блин. Так, ну, лопата строительства не надо, а переброс составляет, да? Часики. Ой, там... Это бонус. Это ты не взял. Это подниз. Подниз? Нет, это... она это сбрасывает, да. Вот, все. Угу. В прошлой игре подниз. Так, что, выбирай, какой ходить. Выходит Никита. Второй ходит. Да-да. Давай, Никит. Ну, я перехватываю инициативу. Да все. Никита один будет долго тут разбирать, понимаешь? Ты уже там половину разбираешь. А этот тут будет, пусть едет. Ну, вот сейчас как раз это ответка Никиты за вот этот его разнос. Ну, давай, отвечай. Давай. О, два бонуса. Вообще отстой какой-то. Сбрасывай броню, броня тебе нафиг не нужна. Бери два новых бонуса. Ты что, броня нужна? Это такое, конечно. Тебе сейчас смотри, у нас преимущество по жизням. Ты здесь взрываешься, возвращаешься обратно и его трамбуешь. Если выпадет, вот выпало. Она. Делай вещи. Угу. Второй возьми. У тебя два ж. Я знаю, а нам не надо второй? Так ты можешь его скинуть. Не надо. Ты...
Я могу заюзать, а потом кубики? Нет. Нет, все. Тогда вторым... Да может, что-то хорошее возьмешь. Зачем? Лопату. Я могу взорваться, сброшу броню и уничтожу тут стены. Ты говорил, что граната как урон действует. Да, как урон. Ну вот. Но тут знаешь, как сказано насчет гранаты? Ты же броню потеряешь при смерти. Я знаю, но я не умру сейчас. Ваш танк получает урон сам и наносит урон всему в радиусе одной клетки вокруг себя. Я не умираю. Граната поражает танки независимо от того, как они повернут. Но не убивает, вы же говорили. Она в смысле, подбивает себя? Подбивает, у меня есть броня. Получает урон сам, подбивает себя, подбивает другие танки. Он просто хочет броней защититься от уничтожения. Защищусь от гранаты и все. Вот это тоже вопрос на самом деле. Защищает броня. Она урон наносит, а не убивает. Само уничтожение это другое, ты умираешь. На других она как действует? Тоже подбивает, написано. Подбивает. И себя подбивает, и других подбивает. По идее броня защищает. Как броня работает? Вот, каска. Нет, не каска, вот. Если танк подбили, сбросит нож, чтобы броня... Значит защищает граната от взрыва. Ну да. Хорошо. Поэтому... Тогда взрывайся и... Я ж про это же, но у меня есть еще один кубик. И броню. Один я заюзал. Да? Ну, так ты вначале второй юзай, а потом... Вот, я же об этом и говорю. Это правильно будет, да. То есть ты тогда поэтому оставляешь вот так. Поэтому у меня еще есть строительство. А, да. Устройся. Да. Убери... Воду убери. Где? Вот здесь. Чтобы я туда заехал и пострелял. Все сломал. Держи. Ты уничтожишь два этих, я... При хорошем раскладе. Я делаю взрыв. Бух, и сношу два тоже. Угу. Все. Держи. Так. Выбирай. А я пока побросаю. Давай. Ну ты выбери, я брошу. Ну да, чтобы с этим. Ага. Так. В принципе, один кирпич я убираю. Делаем. А оно тебе надо? Если ты конечно. Можешь, если ты можешь поехать и выстрелить. В смысле, я поеду и выстрелю? Да. Ну, только так. Ну, а что кирпич убираем? Ты про это? В смысле, вот этот? А, ну все, ты кирпич, я думал, ты этот хочешь убрать. Бах. Поехал выстрелил, да. Ну, мне только так, потому что иначе она меня подстрелит. Не, нормально, нормально, отлично. Я могу, кстати, выбрать такую же, как он, например. Только чтобы действовать после него. До Жени буду ходить. Mm. И мы тогда уничтожим орла. Ну, если так можно, чтобы действовать. Я после него, это моя обилка. Mm-hmm. Ну, тогда вот так. А, ну они орла, знаешь что, они орла сами выставят на нужную клетку им. Ну, это понятно, но все равно минус кирпич будет. Да. Да. Тогда вот так. Раньше времени. Угу. Все, ходит, Дэн. Так, бонус. Че там? Не пистолет? Нет, фу, хождение на ней. Хождение по мукам. Хотя, да, ему больше не надо. Угу. Я гранату ту самую забрал, которую он искал. Какой шанс, что они будут так друг на друге лежать? Я бы на том месте два синих бросил, чтобы гранату взять. И выпилиться. Орел все равно выживет. А, ты хочешь до меня доехать? Давай. Минус плюс один. Ну тут на самом деле только так. Только вот это. Мне больше ничего не спасет. Ситуэйшн. Ну, блин, замечательно. Mm. Да. Угу. Ага, подожди. Я тогда синюю не смогу использовать. А, ну у меня не будет. Одинаковые броски просто. Чего, что? Ну, не, ну это ГГ уже. Подожди, может нам еще кубики не пробросятся. Да у вас осталось-то, вы вдвоем там. Ну, убил. Это все равно два попадания. И вы орла выставите, как вам нужно. Ну, я думаю, что... Ты убил и ну, подвигайся что-то. Одно. Мы же ему это и оставили, чтобы у него тут маневр. Так, ну что, я хожу тогда. Бонус. Дыдыщ, каска. О, вообще кайф. Юзай. Меня не убьют до следующего хода. И давайте... Ну, атака равная, на самом деле. Если ты сейчас еще и клетку займешь, они туда орла оставить не смогут. У меня один кубик будет.
Два. Один. Один. Ну давай. Все, хорош, да. Вот это убрать же надо туда, мешок. Да. Да, да. Гдыщ. Выстрел? Ну, неважно. Выставляйте. Ну, вот сюда. Ну, Никит, тебе надо движение подожди, он еще может не выбросить. Движение с выстрелом надо. А еще Женя ходит. Займи клетку. Клетку? Да. Угу. Женя. У Женя не было ходов. Строительство что? А строительство ничего не даст тебе. Ну. Можешь убрать вот эту. Ну, ты же в любом случае убить меня, если повезет. Или можешь не делать. Маневры? А, давай, да, нормально, нормально, отлично. Ну а нет смысла, это а не он не убьешь, он не уязвит. Меня да. Не убьешь, да. Угу. Меня повезло каску вытащить. По штабу же нельзя ездить? Нет. Мне кажется, нет. Прочитай, это важно. По орлу нет. Нельзя проехать. Я уже ничего не сделаю. Ну, давай, пытайся. Ну, надо, это... Может, ему не выкидут кубики, все может быть, понимаешь? Что-то ж надо делать. Подожди, уверен, что бонусы? Да, кстати, может, гранату достанешь, а у него... И все взорву, да. Нет, ну, с этим базу ты не взорвешь. Разве? Ну, она же вокруг. Ну, вокруг, да, ну, типа... Он неуязвим. Да. Может быть, этот пуколь будет, когда пи-пи-ю делает. Ну, короче, я не знаю. В любом случае, кидай. Да я уже строительство. Три строительства делал. Перебрасываю, да. А зачем ты эти выбрал? А, все, вражи. Все. Бахнуть строительство. Движение и строительство. Ну, это все, это слив. Почему не зеленый, я не пойму. Тут же движения нет. Ну, типа джойстики, только движение. Я думала, по бонусам что-нибудь. Потому что я кубики у нее забрал. Да перебросили они. Да перебросили, не помогло. Она перебросила. Да я даже не вижу, чем бы это спасло. Нет, тут по факту... Если она через Орла не может ездить, то... Она может стать тут. Я подъеду сюда, выстрелю. Да. Что еще? Ну просто ты, если не бросишь... По-другому ты урон ты не нанесешь. Ему в любом случае движение и атаку. Что так, что ты стала, что так. Поэтому ее ход, в принципе, чтоб не выпало... Я говорю, я уже ничего тут не делаю. Давай, Никит. Четыре куба кидаю, поэтому я ходил последним, чтобы у меня был маневр, который мне не выпал. Не выпал. Yes. Но у него... Стрельбы нет. Ну, если гранату только достанешь сейчас бонусом. Да. Я юзаю бонус. Граната! Каска. Я уязвим. Жесть какая-то, что происходит? Ну, встань хотя бы, чтобы тебе не ездить в следующий раз. Надо ж так повисеть. Капец. Так. Давай, езжай. Далеко езжай. Кидай два куба. Перебросов нет. Я знаю. Ну, один. Часы. Переброс. Угу. А все, я уже использовал куб. Угу. На следующий ход. Партия затянулась. Да тут понятно все. Ничего еще не понятно, подожди. Привет. А Женя следующая ходит. Угу. Тогда я, наверное, останусь. Все. Я ничего не делаю. Ну, построиться могу. Ну, ты можешь... Ты можешь здесь, убрать давай. Вот это. Че ты там стоишь? Ты можешь убрать, встать сюда давай и построиться, так. Что-нибудь там может закрыть. Нет, вот это строительство. Да. И подвигался. Угу. А, из кубика строительства. Ну, из кубика строительства. Я же говорю, может тут еще что-то закинешь, себя закроешь от Жени. Как вариант. Ну, вот так. И просто сидит. Жень. Ой, три господи. Куба. Выбирай. А Никита неуязвим. Три кубы, Жень, три кубы. Чё, бонусы? Чтоб ты использовал след. А, потом Никита ходит еще. И он стрельнет. Но Дэн у него, не... может, еще не выкинет. Давай, да. А, блин. Ну, там четыре. С моим везением. Давай бонусы, давай, давай, давай. Просто. Бонус. Давай бонус. Так, три. Три, да. Угу. Ё-моё. Всё, перекинь. Все перекидывай. Все перекидывай, да. Да стреляй по мне. Да едь, орла вали.
Да не вариант, Амар. Женя на 5. Бонус. Бонус есть. Ну, бонус. Подожди. А если 5 и бонус? Раз, два, три, он 4, 5. Уже. Чтобы пострелять, а потом гранатой добить. Ну, можно же сначала взять, потом походить. Да. Да, ну бери бонус. Давай. 2. Каска. Это у нее не этот, у нее переброс. Ну, юзай неуязвимый сразу, да. И, ну смотри, тут ты не сделаешь ничего. Да. Хотя. Просто два дула вот так на орла смотрят. И просто не выпадают кубы. 4 куба кидаешь, на тебе. Вот там, да. Как это работает? 33% вообще на каждом. Дайте мне выкинуть один выстрел. Да. Сейчас, ну сейчас выстрел выкидывает и все. Есть, все. Да. Та-та-да! Это было долго. В этом вдвоем не могли. Поздравляю. Красавчики. Отыгрались. 1-1. 1-1? Да. Победила дружба. Ну, вообще, мнение по игре, чего? Мне понравилось. Прям классно. Ну, прикольно, интересно. Не знаю, мне тоже понравилось. Мне тоже понравилось. Кайфовая игра, реально хорошая. То есть и командный режим прикольный, я думаю, здесь и соло-режим крутой будет. Надо 3-2. А соло-режим, в смысле, не соло-режим, а этот, 1-1. 1-1 дуэлька, там по 2 танка каждого. А, ну вот, отлично. А, ребят, там одна граната. Одна? Серьезно, во всей игре одна. А мне что казалось, 2. Одна. А, ну тогда шансов не было. Тогда шансов. Нет, бы тогда я бы чуть по-другому действовал. Ну ладно, я просто чисто ждал гранату. Ну ладно, одна так одна. Теперь будем знать. Угу. Ну, прикольно, прикольные бонусы. Минус в чем? Минус к составителю правил. Да. Вопросов много, правила не дают ответа на некоторые из них. Мы сами решали чисто да. Между собой, так будем делать или да, да, вот эта способность непонятна. Да. Если тебя убили, можно ее использовать? Нельзя. В общем, короче, странно. Надо... либо способности переделать, не просто способность, там, ты можешь там похищать бонус, а если способность вот в это самоуничтожение, например, я бы ее вообще сделал, там, типа, почему таран в оплату, написано, что нужно оплатить движение, а самоуничтожение ничего платить не надо, просто взял. Ты платишь жизнью, проигрыш. Ну, типа, не знаю. Команду, короче, понимаешь? Есть вопросы к этому. А так, оформление прикольное, отсылки к популярным этим супергероям тоже. Ну, не супергероям этим. Ну, героям боевиков. Героям боевиков. 90. Да, да, героям да, боевиков да. Есть. Не знаю, мне зашла прям очень хорошо. Есть подумать и вот, сырочек съем. Слушай, чувак, реально зашло. И у меня тоже претензии к правилам. Вообще, ну реально, кто пишет в правилах, просто дублирует способности персонажей. Оно где-то... Без объяснения. Где-то расширенное, а где-то прям копирует в карточку. Потому что, ну реально, по факту, каждой способности у нас были вопросы. Да. А как? А когда? Да. Ну, типа, блин. Есть такая тема. Согласен. Постоянно возникали вопросы определенные, да, ну, в момент игры, которые никак не описаны в правилах, и мы сидели и решали. Игра, ну, интересная. Может быть, где-то немножко не хватало динамики. Да не знаю, лично мне кажется, нормально. Да не, нормально, нормально. Да. Да, даже то, что я там бухтел по поводу того, что давайте быстрее ходить, на но самом деле нормально. Подумать. Ну да, да, да. Тут по-другому думать. Никак. Поэтому... Тактика, да. Это ж так. Типа танчики вроде как динамики хочется, но ты понимаешь, что по-другому здесь никак. Ну да, вот здесь прям все. Считать надо думать. Вот. Угу. И мне все равно был непонятен вот этот момент с выбором. Я, ну, типа было бы логичнее, если бы ты мог выбирать незанятые. Ну, то есть ты не можешь выбрать одну и ту же, а так ты реально на первом месте можешь сидеть. Ну, да, это... Но один кубик ты играешь. Ты играешь один куб, это очень мало, мне кажется, сбалансировано. Вот ему как раз-таки не хватало здесь. Ни одного куба этого и не хватало. Я понимаю, что один куб. А мы вот в прошлой игре, наоборот, от этого проиграли, что мы были в конце, и нам не хватало правильно. Маневра. Ты отдал инициативу, все, сиди. Пока соперник ее сам не упустит, сиди, просто ходи дальше последним. Типа, ну, у нас просто и обилки были завязаны нет, вот на этих, поэтому нам не было смысла. Здесь вот эта вот инициатива, уходить. Она забалансирована. Хорошо. Да, да. Я скажу пару слов. Значит, мне игра понравилась в плане продакшена. Она выглядит стильно. Деревянные кубики, ну, аутентично. Сбалансированные или нет, не знаю, но выглядят прикольно.
Танчики, опять же, вот эта печать на дереве выглядит клево. Я на самом деле ожидал какого-то менее глубокого геймплея, потому что когда читаешь правила, такой, ну, на рандоме побросал кубики, там, подъехал, получилось, не получилось, не объехал. И было такое. На самом деле рандом в этой игре мне нравится. Она и тактически есть в ней определенная глубина, и рандом этот делает ее не шахматами. То есть тебе в нужный момент, ты даже будучи уже уверен, да, в каких-то своей победе, да, но тебе кубы могут не зарешать, либо могут наоборот кубики зарешать, когда ты находишься в каком-то аутсайдерстве. Ну, то есть ты ощутимо проигрываешь. Вот. Поэтому весело же. Да, прикольно. Не, это добавляет живости рандом игре. Играется очень приятно, тут как бы не поспоришь. Улучшить мне бы хотелось, да, вот на каких-то моментах в правилах нужно сделать акценты. Например, вот ты буквально там читаешь пару строчек, и тебе, а, понятно, это так, дочитываешь до конца, а тут, а вот еще вот так, как это, в конце сказано, то есть смотри, сначала идет в правилах, вы можете убрать любой жетон из зоны строительства, потом куча-куча текста, но не из-под танка. Вот надо сделать где-то акценты, курсивом, там, полужирным выделить, а вот здесь обратить особое внимание. Ну, это первая редакция правил, может быть, там в доп-тиражах как-то они сделают. И это больше расшифровать способности персонажей. Да, некоторые непонятно. Вот, в принципе, это все, что у меня есть. Игра крутая. Хорошая, да? Игра. Да, мне понравилось. Мне тоже понравилось. С вами были канал Твой Игровой, игра Супер Танк. До следующей встречи. Суперпанк. Блин, супер киберпанк. Я сидел, нервничал, капец. Потел. Ты всегда потеешь.